Научно-техническая конференция «Терра. Территория развития» прошла в Ярославле для молодых специалистов Северной магистрали. На ней железнодорожники представили свои самые смелые проекты. Работам победителей компании РЖД окажет поддержку. Об инициативных и инновационных идеях молодых кадров репортажи Ксении Ямушиной. Научно-техническая конференция «Терра» на Северной магистрали проходит уже в четвертый раз. И с каждым годом участвовать в ней стремятся все больше молодых и талантливых железнодорожников. Для них это возможность представить руководству дороги свои инновационные проекты по усовершенствованию и развитию компании. Лучшие работы находят поддержку и финансы для реализации. Беспрецедентные усилия руководства компании и руководства дороги по поддержке молодежных инициатив. Кто сегодня не жалеет для этого сил, средств, ресурсов, тот завтра будет во главе научно-технического прогресса и будет иметь успехи в бизнесе. Все проекты, представленные на конференции, направлены на повышение эффективности работы магистрали и ее конкурентоспособности на международном рынке. Для выполнения этих задач компании нужны инициативные, инновационно мыслящие и ответственные профессионалы, способные осваивать новые технологии и методы управления, а также предлагать нестандартные решения. За 4 года проведения конкурса более 140 проектов получили организационную и финансовую поддержку руководства ОАО РЖД. Авторы проектов, победители конкурса, прошли стажировки в ведущих зарубежных железнодорожных компаниях. Компания Франции, Германии, Испании. Главная задача научно-технической конференции «Терра» – привлечение молодых специалистов в процесс инновационного развития российских железных дорог. И каждый участник может внести свой вклад в развитие магистрали и компании. Лучшие из предложенных в Ярославле работ будут представлены в Москве в рамках проекта «Новое звено» и вполне вероятно воплощены в жизнь.